Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём. И сегодня мы будем делать очень классный комплекс для жиросжигания. Все, что вам нужно делать, включать это видео и заниматься вместе со мной. Не требуется никакого инвентаря. Итак, поехали! Все упражнения мы будем делать 20 секунд. Просто повторяйте со мной. Очень классный комплекс, очень простой. Так, первое упражнение у нас будет это прыжки ноги вместе, ноги врозь. Делаем 20 секунд. Обязательно не забываем делать выдох во время выполнения каждого упражнения. Ведь правильное дыхание позволит вам заниматься намного дольше и эффективнее. Отлично, следующее упражнение. Руки за голову. Делаем, раскрываемся с шагом вперед. Очень хорошее упражнение для верхней части спины. Помогает побороть проблему холки на спине. Отлично, следующее упражнение. Держим баланс в одной ноге. Руки вытянуты вверх. Сначала мы стоим на левой ноге. Первый сет мы будем все делать на левой ноге. Второй сет мы будем делать на правой ноге. Так, руки вытянуты. Отлично, теперь опять ноги вместе, ноги врозь. Молодцы. Давайте вместе. Это очень хорошее упражнение для жиросжигания. Отлично. Следующее упражнение. Руки в сторону. Дотрагиваемся до ноги. Очень хорошее упражнение для нижней части живота. И вообще для пресса. Отлично. Следующее называется самолетик. Опять же стоим на левой ноге. Держим баланс. Это упражнение сразу же не очень простое. Поначалу можете придерживаться какой-либо опоры. Отлично. Теперь опять снова. Ноги вместе, ноги врозь. Отлично. Следующее упражнение. Выпады с выпрыгиванием. Довольно непростое упражнение, но очень эффективное для закачки ягодиц и ног. Отлично. Молодцы. Теперь держим равновесие. Нога назад, руки вверх. Молодцы, вот мы закончили первый сет в сегодняшнем комплексе. Делаем небольшую паузу, 30 секунд, и продолжим заниматься. Второй сет мы будем делать все балансы на правой ноге. Все упражнения остаются такими же. Делаем перерыв 30 секунд, осталось 10 секунд. И будем готовиться. Ноги вместе, ноги врозь. Первое упражнение. Отлично. Следующее упражнение. Очень хорошее упражнение на верхней части спины. Не забываем делать выдох при нагрузке. Отлично. Держим баланс. В этот раз уже на правой ноге. Руки вытянуты вверх. Отлично, молодцы. Переходим к следующему упражнению.
чувствуем, как уходят лишние калории. Отлично, молодцы. Следующее упражнение для нижней части живота. Молодцы. Следующее упражнение. Самолетик делаем уже на правой ноге. Удерживаем баланс. Отлично. Молодцы. Ноги вместе, ноги брось. Отлично. И выпады с напряга. Отлично. И последнее упражнение. Баланс. Ногой назад. Молодцы. Очень полезный и хороший комплекс упражнений. Отлично. Молодцы. Вот мы закончили. Простой комплекс упражнений для жиросжигания. Я советую вам после короткой паузы повторить этот комплекс упражнений. Отдохните 1-2 минуты, затем включите это видео снова и поехали. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артемов Фитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока!